Так, ребятки, идем сейчас вот в такую хачапурную. Айда за мной. Сейчас я вас накормлю. Так, ребят, хастратура у нас в таком необычном месте. Сейчас вам покажу, все расскажу. Короче, ресторан грузинской кухни, даже не ресторан, а хачапурна называется. Сейчас я вам все это покажу. Так, вот так вот мы сидим хорошо. Смотрите, какая люстра. Из бокала. А потом вот так. На противоположной стене портал такой. Такой интерьерчик. Очень людный зал. У людей очень много. Мы первый раз здесь. Надеемся, будет вкусно. И кухня находится вот так вот за стеклом. Смотрите. То есть все видно, все прозрачно. Написано, смотрите. Дякую тобі, Боже, за піч. Дякую тобі, піч, за хліб. Дякую тобі за те, що ти зі мною. Вот так они там все готовы, ребятки. Мы сидим, ждем заказ. Смотрите, какое меню. QR-код сканировали. На английском языке меню. И на русском языке меню. Сканировали телефон. Такие вот фоточки тут есть. Открыточки. Интересно, это можно забирать с собой? О, да. Смотрите, какие открытки. Есть какие в городах, видите? Харьковки. Вот такой хинкали. Грузинский. Может, когда-нибудь в Грузию поедем? Попробуем. Вот такой хачапури. Вот такие вот открыточки лежат. Все, ждем заказ сейчас. Не могу показать, что мы заказали именно меню, потому что меню в телефоне, поэтому будем ждать. Сейчас принесут, я вам покажу. Так, принесли комплимент от мамы. Мама Манана называется ресторан, поэтому комплимент принесли. Соусы сейчас будем пробовать. Сказали, зеленый соус очень острый, очень аккуратный, не рисковать здоровьем. Сейчас мы попробуем. Вот это какой-то сметанный. Чесночек. Это чеснок с этим, с яйцом. Вот это как наша закуска. Оригинальный салат называется. Так, вот это что это? На. Кому еще что дать? Сейчас я вилочкой попробую. Отлично. Больше на типа. А, тут чуть-чуть, да? Окажется, такие бочонки. Смотрите, прикол. Пробовать начинаю. Смотрите, вилка. Все, тут закончилось. Все, вот это и все. Смотрите. Все, вот это дно. То есть сантиметр глубиной оказалось так много, целые бочонки нам. Короче, папа поржал с нас. Вот, смотрите, видите, вот это дно. А, они их перевернули. Сейчас я покажу, подождите. Смотрите, они их перевернули вертормашками. Видите, там было?
Вот сюда надо насыпать было, они перепутали, не с той стороны насыпали. Так, ребята, первый нам лот принесли, фирменный хачапури с чем-то. Ой, а что это такое? Трава. Какая-то трава. Волосатая. Сейчас будем пробовать. Тархун, может. Не знаю, мы там не прочитали. Может, я тебе отрежу? Давай, давай. Режь его, режь. Хачапури заказали мы. Сколько он стоит? Меня просят цены говорить. 100 гривен. 100 гривен. Где-то так. Пожалуйста, и хачапури с дорадой тунцом для вас. Спасибо. Это лимонный соус, добавляйте на ваше усмотрение. Угу. Хорошо? Спасибо, да. Уже ее пустим или попозже? Да, давайте, наверное, хорошо, вот туда. Хорошо, приятно. Спасибо. Дорада и тунцом. Ой, Лянь, тут еще шевелится, Миш. Какая-то стружка. Это тонкие слайсы рыбные. Сейчас Миле дам попробовать. Мила, на, попробуй. Скажи, на что похоже? На рыбу. На рыбу, рыбная. Так, пробуем. Сейчас папа скажет свой вердикт. Ну что? Сейчас он перекрутит. Горячая. Очень горячая. Рыба очень маленькая. Ну, дорада, тунец. А вот этот вот... Вкусно. Да, вкусно, конечно. Мила, пробуй. Фаршик. Божественно. Мне нравится, божественно. Пожалуйста, шашлык для вас. Приятного обеда. Спасибо. Возьмите это. Конечно, на бобку. Давайте, давай, забираю. Очень воняет рыба. Значит, тут много рыбы. Нет, она просто вонючая. Горячий. Так, едим, ребят. Подается на лаваше. Там лаваш, соус. Гранатовый соус. Гранатовый соус. И лавашек. Сейчас папа попробует шашлык, скажет свой вердикт. Он у нас очень привередливый насчет мяса. Визуально красивое мясо. Да, очень вкусное было. И не очень. Хрустит, когда режешь. Он. Ну, что надо, да? Так, ребята, мы тут сидели. Хотела снять одно дело. Улетело. Короче, сидим такие, и муха прилетела к нам. Тут есть мухи. Вообще-то зима еще. А тут мухи живут. Ну, я в шоке, как бы, да. Сейчас попробую соус. Такой прям как апельсиновый. Вкусненький. Соус вкусный. Не знаю, как дорада. До этого просто не пробовала. Но на вкус как будто скумбрия. Не знаю. Может, дорада похожа на скумбрию. Не знаю, напишите мне, ребята.
кто там знает в рыбных делах. А так вкусненько. Ну что? Мне понравилось. Ну, не знаю. Тунец и дорадо здесь. Скумбрия и скумбрия. Вкусно. Со скумбрией. Все, я буду жертвой. Красиво выглядит. Да, оно красиво выглядит. И также оно и вкусненько, точно так же. Мила, тебе дать соус? Попробуй. Идем в туалет, смотрите, какая раковина, принадлежности всякие, и вот такое вот. Сейчас я вам покажу, что тут есть. Смотрите, какая корзиночка. Так, это бумажка для унитаза. Постилать на унитаз, видите, как раз, раз. Так вот, делится это. Ну, короче, как-то так. И сейчас туда сливаешь. А это что такое? Для нас лучше. А, это, наверное, откидывается, чтобы перепеленать ребенка, наверное. И вот так вот туалетная бумага, арома палочки. Ну, так ничего, так цивильненько. Там освежитель тоже. Лампочки. Прикольно. Все, ребятки, я вам показала санузел. Вот такие часики. Ребята, и в завершение нашего гастротура нам принесли счет. Смотрите, какой интересный. Раскрытый санузел. И вот такие, печати и письмо. Прикольно. И, собственно, чек. Вы просите показать, какие цены. Комплимент. Головная роль у сериале «Ход королевы». Одна штука. Друг, який тебе завжди розуміє. Одна штука. Хачапурі банана. Одна штука. Хачапурі по-мегрейски. Ну, это как пицца, ребят. Оно размером, вы видели, это пицца. Вот пицца 187, 225 с рыбой, с тунцом. Пицца. В принципе, это недорого для пиццы. Нормально. И за что дорого, это шашлычок вышел у нас. Пицца. Ну и, собственно, все. Спасибо. Спасибо. Мы не доели, и нам завернули с собой хачапур, завернули с собой. Короче, пол пиццы мы не доели. Заберем домой, поужинаем. О, может, надо было сюда кидать почтовый ящик. И вот такие вот, смотрите, вывески награждаются. Ну, ревизора не было. Я не знаю, сейчас ревизора, наверное, у нас нет. Не знаю, не знаю.